Три стороны описанного около окружности четырехугольника относятся последовательно, как 1 к 5 к 9. Последовательно это значит по порядочку. 1х, 5х, 9х. Найдите большую сторону этого четырехугольника. Так, ну что, если периметр 20, давайте пропишем. Мы знаем, что сумма противоположных сторон равна AB плюс CD равно то же самое число, что BC плюс AD. Получается, если периметр 20, то сумма вот этих сторон, каждой пары, по 10, тут 10 и тут 10. Давайте воспользуемся отношениями тех сторон, которые нам известны. Найдем противоположные стороны. То есть это BA и CD. BA и CD. 1х плюс 9х равно 10. 10х равно 10. Х равен 1. Значит, х равен 1. Одна часть. Получается, BA это будет 1, BC будет 5, а CD будет 9. А можно просто x зачеркнуть. Так, и нужно найти большую сторону. Давайте найдем AD, чтобы убедиться, больше она или нет. Чтобы найти AD, нужно из 10 вычесть 5. Получим 5. Смотрите, у нас все стороны известны, а большая из них равна 9. То есть ответ здесь будет 9.